Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди? Да, люди. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, конечно, знаете, что сказки бывают разные. Веселые, серьезные, поучительные и просто забавные. Бывают старые-старые сказки, которые давно стали нашими друзьями. И совершенно новые, еще никем не прочитанные и не услышанные. Вот в такую новую сказку я вас сегодня и приглашаю. Однажды в дремучем лесу наступила весна. Зверушки даже не верили своим глазам. Уж как долго лютовала зима. Казалось, конца ей не будет. А тут вдруг сквозь ветви деревьев пробились теплые лучи солнца. Да так согрели землю, что распустились цветы. И весь лес украсился пестрым ковром. Выскочили из своих жилищ белки, зайцы и лисы. «А что, весна теперь будет всегда?» – спросил заспанный лисенок Рыжик у своей заботливой мамы. Ведь родился он осенью и весны еще никогда не видел. «Нет», – ответила мама лиса, – «после весны наступит лето. Это самая теплая пора. Но и оно будет не вечно. Обязательно придет осень, а затем снова всю землю скуют лютые морозы». Рыжику очень хотелось, чтобы теплого лета было побольше. Спросил он даже знакомую белочку Пушинку. «Не видно ли тебе с деревьев, откуда приходит лето?» Пушинке и самой хотелось это узнать. Долго сидела она на верхушке старой сосны, вглядываясь в синеватые дали. Все пыталась выведать, где живет мороз, а где тепло. Но это ей не удалось. Хотела было она уже спускаться на землю, но вдруг застыла от неожиданности. Из соседних ветвей раздалась веселая трель соловья. Услышал ее и Рыжик впервые в жизни. Стоял он под сосной, затаив дыхание, словно опасался, что дивное пение оборвется. Долго разносились по округе причудливые звуки. И лишь в полночь утихли. «Где ты запропастился?» – спросила его мама лиса, когда Рыжик пришел домой. «Мама!» – восторженно объявил он. «Какая-то маленькая птичка так красиво пела, что я забыл обо всем на свете». «Это наш соловушка», – ответила лиса. «Значит, прилетел он к нам на побывку. Теперь уже точно наступят теплые и солнечные дни». «Мама, а почему не пел он зимой?» – спросил Рыжик. «Он любит тепло», — сказала лиса, — «и на зиму улетает». «Так вот кто наверняка знает, откуда приходит лето!» — воскликнул Рыжик. «Да, лето следует за ним, как верный слуга», — рассмеялась мама. На следующее утро подозвал Рыжик Пушинку и стал говорить ей на полном серьезе. «Хочешь ли ты, чтобы в нашем лесу всегда было лето?» «Ты еще спрашиваешь?» – изумилась Пушинка. «Конечно, хочу!» «Слушай меня внимательно!» – волновался Рыжик. «Я думаю, лето никуда не уйдет без соловья. Значит, нужно удержать соловья в наших краях. Не улетит он, не кончится лето». «Гениально! Но только как ты его удержишь? Пойдем спросим у него самого!» –
предложил Рыжик. Может быть, нравятся ему орехи и ягоды? Соберем их побольше. Пусть питается вдоволь, лишь бы не улетал. Залезла Пушинка на дерево и стала звать соловья. Соловушка, оставайся с нами навсегда. Мы всего тебе наготовим. Только не отпускай от нас лето. Но соловей ничего ей не отвечал. Он весь ушел в свои удивительные трели. «Ух ты какой!» – проворчал Рыжик. «К тебе и не подступиться!» Однако, когда лето было в самом разгаре, пение вдруг прекратилось. «Соловушка жив и здоров!» – успокоила Рыжика мама. «Просто теперь свил он свое гнездышко и умолк. Так значит, улетит он скоро, и лето унесет, и больше не будет петь в нашем лесу?» – расстроился Рыжик. «Да, Рыжик, всему свое время», – сказала мама. «Но когда соловей будет собираться к отлету, ты с Пушинкой можешь пойти к нему и попросить, чтобы спел он вам прощальную песнь». Прошел жаркий июль. Наступил август. Все прохладнее становились дни, и все чаще солнышко пряталось в серые тучи, из которых лили косые дожди. Перелетные птицы засобирались на юг. Рыжик и Пушинка пришли к соловью и попросили его еще разочек спеть свою песню, чтобы они могли запомнить ее на всю долгую зиму. И вот лес снова огласился прекрасными соловьиными трелями. И что удивительно, колючий ветер внезапно утих. Поникшие цветы опять распустились во всей красе. Казалось, вся природа слушает эту песню уходящего лета. «Пусть наполнит она ваши сердца», — сказала мама лиса. «Не теряйте частички этих чудных звуков, и они всегда будут согревать вас». И действительно, наступившая зима была уже не такой суровой. А может быть, просто стужа не одолела теплоту сердец? И зверушки прекрасно перезимовали и дождались новой весны. «Пусть и наши сердца никогда не остывают». И тогда в жизни нас будут ждать тепло и отрада. Я желаю вам всего самого доброго. Храни вас Бог, дорогие друзья.